В Уссурийске сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции изъято более 2000 бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В складском помещении, расположенном на улице Коммунальной в городе Уссурийске Приморского края, полицейские обнаружили более 2500 бутылок алкогольной продукции различной емкости, имеющие признаки контрафактности. Установлено, что вся партия алкоголя принадлежит 43-летнему местному жителю, который арендовал складские помещения. Полицейский мужчина рассказал, что алкогольную продукцию заказал в соседнем регионе и планировал реализовывать мелкими партиями. Весь алкоголь направлен на исследование. По результатам заключения экспертов, федеральные специальные марки Российской Федерации, наклеенные на изъятые бутылки с алкоголем, не являются продукцией, изготовленной производством Гознак. В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело о незаконных хранении и розничной продаже алкогольной продукции без соответствующей лицензии, совершенных в крупном размере. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 3 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом.